Сестра, здорово, я поехала. Присоединяйся на покатушки. Приветствую всех, кто заглянул на канал и кто вместе с нами гуляет по Магадану. И у меня очередные видео от моей сестрички, она мне их высылает, а я монтирую небольшие сюжеты, буквально 4 минуты от сквера Морского до парка Маяк, которые соединены вот такой красивой набережной, или я не знаю, как назвать это место, но в общем здорово. Май 2024 года, Магадан. Прогуляемся. Сестра, спасибо за видео. Мы с ней когда были здесь, оно было это в снегу, все мы не ходили. Померзли и все. Дымком пахнет. Почему надо за костры тушить? А, не тихонечко, тихушечку. Сестра, вот мы с тобой сюда не дошли. Посмотри, какая сегодня здесь красотень. Сейчас мы до маяка прогуляемся. Посмотрим, вон качельки сделали. Ой, как здорово. Прям классно. Сейчас я тебе засниму красоту всю. А то оттуда не видно было, что там вообще. Тут для велосипедистов классно сделали дорожки. Ловчонки везде настоят. Ой, здесь цветочков настоят. Боже, какая у нас будет красота. Какая лепота, какие у нас фонари красивые. Ой, ой. Какие умнички у нас, что так все облагородили. Ну да. Я как-нибудь вечером схожу. За грудки Владислава Алексеевича вперед. Да, Владимир. А там море. Погодка огонь. Вообще огонь. Так что, сестра, надо летом приезжать, весной. А то ты как-то неправильно ездишь. Вот, сестра, короче, мы дошли до маяка от мамонта. Классненько так. Смотри, как здорово они сделали. Детская площадочка. Просто офигенская. Лепота. Все аккуратненько, красиво. Велосипедная дорожка. Прямо супер. Я возьму, у меня там это, два кольца есть. Почему так близко? Такие дуньки. Ла-ла-ла-ла. Мы трезвые сейчас. До утра. Сестра, помнишь, мы с тобой ходили, это где идет новое строительство, где там гостиницу строят. Посмотри, как здорово они построили. Беседочка. Офигеть. Обрати внимание, какие фонари. Вообще красивейшие, они громадные. Вот это с меня ростом. Мы просто не можем. Вот здесь забор, собака. Всякие полосочки. Нельзя еще сюда лазить. А пол земля. Посмотри, как красиво. И оно блестит, короче. Короче, офигенско будет. Просто будет офигенско. Ну, здесь есть на помойка еще. Ты могла вот сюда зайти, вот туда снять. Да ладно, оно зато издалека все видно. Короче, здорово будет. Мне фонари нравятся вообще, обалденно. На трава, вон там.